В этой лаборатории учат, как нахимичить добро. Сотрудники, отвечающие за молодежную политику в районах, привезли в Балаково свои секретные ингредиенты для хороших дел. Заварив их в общем котле, участники форума «Лаборатория добра» выводят формулу идеального мероприятия, которое было бы интересно молодежи. Мы видим, что офлайн-площадки сегодня также набирают обороты, потому что сидеть в телефоне, оно становится безвкусным. Живое общение, оно всегда вкусное, всегда интересное. И те передовые практики, которые мы обсуждаем на этом форуме, они помогут завлечь молодежь на живые мероприятия. Лаборатория добра уже второй раз проходит в Балакове. Наш доброцентр считается одним из самых инициативных в Саратовской области. Потому организаторы форума не стали возражать против переезда мероприятия из Саратова в наш город. Насильно сюда никого не загоняют. И тем не менее, количество участников с каждым разом становится все больше. В районах начали понимать, что молодежь необходимо объединять, увлекать и занимать. На всех форумах мы заряжаемся позитивом, и когда приезжаем к себе в районы, мы передаем этот позитив, эти знания ребятам, с которыми мы работаем напрямую, студентам, школьникам. На этот раз на двухдневный форум приехали представители 20 районов Саратовской области и регионального центра. Но организаторы обеспокоены тем, что не везде ведется активная работа с молодежью. А ведь без обмена опытом и идеями не получится создавать действительно интересные мероприятия. Последние 5 лет мы видим бум в сфере финансирования, в сфере разработки новых технологий, создания движений молодежных, их поддержка на государственном уровне. И некоторые районы просто пока не дошли до того уровня, чтобы работать в непрерывном формате. Возможностей сегодня для молодежи очень много. А самая главная проблема молодежной политики внутри района – это равнодушный сотрудник по работе с молодежью, которому не интересны ни форумы, ни гранты, ни его молодежь в районе. Но таких равнодушных специалистов по работе с молодежью становится все меньше. Чиновники на местах стали уделять этому направлению больше внимания, потому что понимают, молодежь нельзя упускать, ведь тогда у страны не будет будущего.